В молодежно-досуговом центре «Ровесник» собрались самые активные представители подрастающего поколения Заречного, чтобы принять участие в квесте «Прошагай город». Он был организован управлением городского развития и проектной деятельности в рамках участия нашего города в Европейской неделе мобильности. Третий раз в Заречном проходит данная неделя. Она посвящена немоторизованным транспортным средствам, велосипедам, пешеходам и вообще привлечению внимания общественности к проблемам экологии и загруженности нашего города транспортом. Задача квеста – дополнить зареченскими фотоматериалами интернет-ресурс «Яндекс.Карты». Для этого все участники получили маршрутные листы, на которых были отмечены социально значимые объекты Заречного. Каждый из них необходимо было сфотографировать и выложить на картографический сайт. Таким образом, наш город станет более открытым для мира, а путешествие по Заречному с навигатором легче и интереснее. Это очень полезное занятие для того, чтобы наши жители смогли в будущем увидеть полноценную карту нашего города. И не только наши жители, но и гости Заречного. Добровольцы городского волонтерского центра с большим удовольствием решили принять в квесте «Прошагай город», который посвящен Европейской неделе мобильности. Результаты квеста доступны любому пользователю сервиса «Яндекс.Карты». Каждый житель планеты может совершить виртуальное путешествие по закрытому городу. Александр Абаимов, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».